Foștii reprezentanți politici ai Chișinăului și Tiraspolului la negocierile pentru reglementarea diferendului transnistrian în formatul 5 plus 2, fostul ministru al reintegrării Vasile Șova și ex-ministrul afacerilor externe al nerecunoscutei Republici Nistrene Valeriu Lițcai sunt categoric împotriva instalării posturilor de migrație pe Nistru. Chișinăul oficial, la indicația Uniunii Europene, intenționează să instaleze 6 puncte migraționale de control care vor verifica circulația cetățenilor pe următoarele sectoare: Aneni Noi, Hârbovăț, Varnița, Căușeni, Hadjimus, Pârâta, Vadului Vodă, Creuleni, Podul, Florești, Sănătăuca. În opinia lui Vasile Șova și Valeriu Lițcai, intenția guvernului de a instala punctele de migrație și control pe Nistru va conduce la destabilizarea situației, care poate avea consecințe imprevizibile. Ori autoritățile de la Chișinău urmăresc practic să ridice un hotar în interiorul țării, divizând oficial malul drept de malul stâng al Nistrului. Potrivit lui Vasile Șova și Valeriu Lițcai, acest lucru va crea o nouă sursă de tensiune între cele două maluri. În consecință, crește pericolul reluării conflictului în regiune. Necvalificarea чиновников, которые этим будут заниматься, равна злонамеренным действиям людей, которые создают конфликты. Потому что конфликту все равно, кто его сделал. По умыслу или по неразумию. Так вот, эти миграционные посты, вещь новая, сложная и в умелых руках, это может быть решено достаточно легко и справедливо. В неумелых руках мы получим в ближайшее время серию конфликтов. Прежде чем сделать определенные шаги, связанные с тем, которые могут привести к дестабилизации ситуации, к накалу страстей в зоне безопасности и к тому, что инструменты, которые есть, могут не справиться с этой ситуацией, мы породим очень серьезный конфликтный потенциал. Мы еще раз с этой конференции хотим показать, что нужно 100 раз, даже не 7 раз, отмерить, прежде чем один раз отрезать. Locuitorii din Transnistria se tem că după instalarea acestor posturi va fi lansat așa numitul proces obligatoriu de documentare a transnistrenilor. Locuitorii din regiune care au cetățenia Rusiei, Ucrainei sau altor state vor fi nevoiți să perfecteze un permis de ședere, să cumpere poliță de asigurare medicală, să achite o anumită taxă de intrare. Potrivit lui Lițcai, posturile de migrație de pe Nistru vor oferi posibilitate politicienilor cu interese meschine să tensioneze și mai mult situația. Что было понятно, почему люди волнуются, в сущности, из-за достаточно бюрократической простой процедуры. Почему? Потому что, я уже обращал внимание, есть злонамеренные политики. Эти злонамеренные политики, уже опыт показывает многих лет, используют любую возможность в любой сфере для того, чтобы ударить по противоположной стороне, надавить. В данном случае речь идет о том, что в Приднестровье есть граждане России, есть граждане Украины и Молдовы. И вот многие годы последние идет давление, чтобы приднестровцы тем или иным путем принимали молдавское гражданство. Идут многочисленные бюрократические задержки в выдаче видов на жительство. Идет прямая, так сказать, ну, мягко скажем, агитация, чтобы они немедленно вступали в молдавское гражданство и так далее. Ну что вам сказать? Политическая цель понятна. Как это относится к праву человека на выбор гражданства, вам тоже понятно. Это грубое нарушение прав человека. Тем не менее, такой факт имеет место. И вот эти миграционные посты, уже имеющиеся большую трудность, могут в значительной степени усугубить. Как это может быть? А вот не пропускать через эти миграционные посты лиц, у которых, скажем так, будет признано, документы не соответствуют. А чему не соответствует? А вот чего захотим, то и напишем на столбе. Вот не соответствуешь и все. În opinia celor doi politicieni, o alternativă pentru crearea punctelor de migrație de pe Nistru ar putea fi extinderea mandatului misiunii de monitorizare EUBAM, care activează la hotarul moldo-ucrainean încă din anul 2005. Actualmente, această misiune monitorizează circulația mărfurilor la hotar, dar competențele ei ar putea fi extinse. EUBAM, potrivit lui Vasile Șova, ar putea îndeplini și funcțiile de control migrațional la hotar. O astfel de variantă de monitorizare a frontierei a fost elaborată de o comisie specială a Parlamentului, iar reprezentanții misiunii nu erau împotrivă. Нам власть говорит о том, что у нас мало времени. Подождите, давайте все взвесим и поставим на весы.
Либо мы находим решение цивилизованное, которое не создает природу возможного будущего конфликта, или мы еще 2 или 3 или 4 месяца поработаем с тем, чтобы найти решение, которое будет способствовать и никому не будет ущемлять. Поэтому вот риски и поиск решения. Что здесь превалирует? И поэтому нас удивляет, когда нам говорят о неких сроках, о неких планах, которые нужно срочно, завтра завершить и так далее. А последствия? Валериu Lițcai la fel consideră că graba este inadmisibilă în acest caz. Ori este o situație dacă dincolo de Transnistria s-ar afla regimuri teroriste, state instabile, de unde ar putea veni un aflux de imigranți. Dar dincolo de Transnistria se află Ucraina, un stat care promovează aceeași politică de integrare europeană ca și Moldova. Atunci, de ce ar trebui să ne grăbim? Se întreabă cei doi experți.